25 апреля – День чувашского языка. К этой дате Национальная библиотека объявила акцию «Люблю чувашский», разумеется, дистанционную. Ежели кура хушинчи, сапсар чече кюзеть, сильби чуваш ялинче, нарспи ядла херюзеть. Стихотворение или прозу на чувашском языке нужно записать на видео и выложить в любую социальную сеть с хэштегом «Люблю чувашский» или отправить на электронную почту библиотеки. Это может быть стихотворение любимого поэта или собственное сочинение. Если не помните наизусть произведение или дома не оказалось нужной книги, можно обратиться к электронной библиотеке. Для удобства мы подготовили электронную коллекцию стихов. Их можно найти на сайте Национальной библиотеки. Это и детские стихи, стихотворения о родине, и посвященные чувашскому языку. При размещении видеоролика нужно указать автора и название произведения. Для того, чтобы получить электронный сертификат участника акции, необходимо также указать личные данные, фамилию, имя и чем занимаетесь. Призываем всех присоединиться к нашей акции «Читать на родном языке, любить родной язык».